В Амурскую область пришли первые заморозки. В понедельник днем 21 сентября в регионе ожидается всего 13-18 градусов тепла. Возможен небольшой дождь. Ветер переменный, скорость от 2 до 7 метров в секунду. Ночью в центральных и южных районах области с 20 на 21 сентября температура на поверхности почвы опускалась местами до минус 2 градусов. 5-летний мальчик выпал из окна 4-го этажа в Октябрьском районе. ЧП произошло 19 сентября в селе Варваровка. С травмами мальчик доставлен в Амурскую областную детскую клиническую больницу. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь. Гран-при «Амурская осень» завоевал фильм Александра Цоя. Психологический триллер «Когда она приходит» увез сразу три журавля, в том числе за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль. Лучшим спектаклем среди антреприз признана постановка «Когда ангелы шутят». Результаты «Амурской осени», которая проходила в регионе чуть более недели, огласили на закрытии фестиваля кино и театра 19 сентября в УКЦ «Благовещенска». А об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18:30.